Последний прыжок с Горбатого моста, что в поселке Октябрьский, 34-летний мужчина сделал накануне в 15 часов 15 минут. Отдыхающие сообщили спасателям, что нырнув, мужчина так и не выплыл. Спустя 3 часа водолазы с 4-метровой глубины извлекли тело погибшего. Правоохранительные органы устанавливают причину смерти. А в ночь с субботы на воскресенье на реке Ик вблизи села Бекбулова Мензелинского района утонул 24-летний мужчина. Выяснилось, что он отдыхал с компанией на берегу и пропал. Его тело достали из воды через 12 часов.